единая территория, которая объединяет разные народности и которая объединяет такие интересные города. Да? Мы простираемся от Астрахани, от Астраханской области до Карачаева-Черкесии. Весь Ставропольский край – это просто житница и многообразие различных, очень интересных культур. И сегодня, как замечательно, что мы погрузились с вами в разные культуры, правда? Ну и, конечно же, вы понимаете, что дивизион 28 – это самый южный дивизион нашего самого южного первого региона. И нам очень хотелось бы, чтобы о нашей первой конференции, первой дивизионной конференции, осталась добрая память не только у вас, дорогие наши координаторы и лидеры, не только у нас, у нашей команды нашего дивизиона, наших территориальных менеджеров, но и у наших замечательных гостей, у региональных менеджеров Аня и Наталья. Мы просим вас подойти к нам, потому что мы приготовили для вас замечательные сюрпризы. Это олицетворение наших территорий. И вы часто у нас с вами. Это Кавказ. Это обязательно красивые зажигательные танцы. Это гостеприимный народ. И это обязательно красивые девушки. Поэтому на память нам хотелось бы вручить вам на память о нашей дивизионной конференции вот такую шикарную гаянку. А когда мы подумали о тебе, никак иначе, вот больше ничего в голову не пришло, и мы знаем, что тебе нужен просто джигит. Поэтому мы решили, я буду приготовить вот такого чудного парня джигита, который будет мне напоминать о нашей замечательной стране. Спасибо большое. На самом деле я очень люблю быть у вас, потому что вы южные, вы горячие, вы очень гостеприимные, вы очень веселые. И сегодня, честно, все команды просто потрясли своими талантами. Знаете, я думаю, нам на нашей конференции никаких звезд не надо. Потому что в этом зале собрались настоящие звезды. Ну что, наши дорогие, спасибо вам большое за блестящее, талантливое выступление. И хочется пожелать, чтобы вы чувствовали себя звездами всегда. И на праздниках, и на конференциях, и в жизни, и в работе. И я хочу вам сказать, что вы действительно первые. И 3,5 года вы не отдаете это первенство никому. И никогда его не отдавайте. Будьте всегда первые во всем. И спасибо вам большое за это. Еще раз вас всех с праздником. Спасибо большое, менеджерам. Я прошу вас находиться на своих местах. Да? Что касается...